Уэнд Вэрриор, это же немец, нет? Ой, Ну, Деликат судя по это... флагу, два шведа. Деликата точно, это олдскульный товарищ. Да, Тед Швед? Деликата. Атте Деликата, он играл за Хуманов, насколько я помню. Турин, привет. Первый в чатике написал. Чего? Так, мне эльфы попались. У меня Хуман. Нормально. Окей. Правда, на этой карте. Ну, хотя я буду в одну базу, наверное, играть. Так, мы будем как? Контактно агрессивный или что-то под... Как-то по-другому. Да? Есть им? Да не, мне кажется, надо крепиться. Надо сначала посмотреть, что у них по расам. Они же два рандома. Да. Где крепиться будем? Шо-шо-шо? Где крепиться будем? Ты как хочешь, а я вот мерков закреплю. Угу. У меня милиция Привет. Есть. Которая меня да, бережет. Да, ваш свет. А тут, к сожалению, не поставить ни хрена барак. Везде налито. Я думал, да экспан тут, видишь, не очень удобно ставить. Да, он очень агрессивный в центре. Ладно, я сделаю разведку тогда. Для начала. На обоих было причем. Неплохо. Сергей, привет. Так, и через Димку, наверное, тоже. А тогда мы... я постепенно в Т3. Может, даже соло-герой. Что-нибудь такое. Придумаем. Надо от них играть. Да. Молодец, так. Детритус говорит, какой сегодня год. Алексей совсем уже старый. Не такой, конечно, старый, как я. Но... Жду приказа. Да, самые клиенты скоро пиво будут продавать без паспорта. Тебя Ира подкалывает. Тут Эль, кстати. Когда тебе Ира подкалывает, ты немножко расстраиваешься? Конечно. Да-да. Так, никто не любит, когда их толстые девочки подкалывают. Неплохо, она слышишь, что ли? Два эльфа, два барака. Два эльфа, два барака. Фатма и, соответственно... Слушай, я буду идти тогда в арчей с одного барака в Т2 и там останусь на масс-арчах. Давай. Нужно больше денег. Требуется моя помощь? Что на это? Дел сделано. До указаний. Есть, жду приказа. Приказывайте. Что? Кому не вал, отменить одному. Что с вами? Дайте, я кого-нибудь зарублю. Опять заработал? Да. Кипер. Они не переагриваются. Натащил я. О, хрустальный шар. Топчик. Мой клинок жаждет крови. Время. Так, ну, этого я немножко напрягу. Тебя там, у тебя. Вот это хуже. Ну нет, нормально. Пока на ничего пути страшного. Как пошлю за ней. Ох, мать. И тут оранжевые. Так что тут с точками-то? Жесть какая. Чистопор. Союзный герой. Чудо. Что ему дважды Манвел отменил? Да? Ман вообще за тебя выдерживал. Я тебе полностью доверяю. Говори быстрее. Одно ваше слово. Что на этот раз? До указаний. Требуется. Миша не подведет. Требуется моя помощь. Вот, теперь я начал волноваться. Да, два барака тупо. Жду не дождусь. Не, ну одного понятно, у второго один все-таки. Чего? Что на этот раз? А, нет, два барака. Да, вот тогда плохо. Тогда нам придется терпеть. Возможно, мне даже надо будет... Да. Как-то пере... Наверное, второй барак я поставлю еще. Что на этот раз? На базе. Что скоро придет очень много котов. Время пришло. Они точно пушить будут, возможно, с застройкой или типа того. Да. Надеюсь, что к тебе, тогда я хотя бы с ментами смогу портнуться. Твой ход. Мой клинок жаждет крови. Здание готово. Мы должны действовать. Приказывай. Надо что-нибудь массовое еще взять в таверне. Быстрее. Беги, пока можешь. Чего дел, надо? Сделано. Что на этот дел, раз? Сделано. Фаерлорд, не знаю. Ну так, что 4 барака. Одно ваше слово. 4 барака, да. Пипец как страшно на самом деле. Наточил я свой. Это...
Требуется моя помощь. Будка. Да. Приказывайте. Что на этот раз? Сделано. Как скажешь. Жду указаний. Требуется моя помощь. И чудо. Кого убить? Да, ваше величество. Сова, все дела. Кого убить? Громотная. Опять заработал? Да. Мой клинок жаждет. Здесь будет соли к тебе. Да. Будет соли к тебе. Крови. Мы должны действовать. Мы должны действовать. Наши воины вступили в бой. Да. Требуется моя помощь? Да, ваш свет. Что на это? Превосходно. Так, окей. Опять за работу. Слушаюсь, да. Милорд. Инфури простарис седа. Ну я мастер арчей, не знаю. Сделал. Я пока прибегу. Потому что, ну явно они придут. Жду не дождусь. Мечки у них нет. Во славу магии. Как ты проверил? Ну в очевидных местах, на по крайней мере. Раз. Приказывайте. Требуется моя помощь. Просто мастер арчей. Приказывайте, говори быстрее. Во славу магии. Требуется моя помощь. Хочешь топор? Говори быстрее. Одно ваше слово. Да. Они все? Ладно. У себя на базе сейчас? Да, ваш свет. Так, а кого же лучше? Да, Цинкера возьмем. Что на этот раз? Мы из-за этой пассивной такой, ну, из-за агрессивной их игры, довольно пассивной я, по крайней мере, играю. Ага, вижу одного. Мы должны действовать. Приказ поняла. Приказывай. Твой ход. Твой ход. Анудор, укажи мне путь. Мы должны действовать. У тебя, да? Приказывай. Я готов. Путь я проклят. Базе союзника нужна помощь. Укажи мне путь. Двое. Мне нужно телепортировать. Че ты молчишь-то? Телепортируйся. Наконец. Требуется моя помощь. Ну, мне арчи вроде как стреляют по-царски. Я чуть-чуть перегруппируюсь. Я тут... Нам нужно выходить, видимо, туда. Да. Тебя. Требуется моя помощь. Чем могу помочь? Что мы тут просто в застройке. Чего? Давай, выходим. Говори быстрее. Что на этот раз? На что жалуешься? Даже пройти. Что прикажешь? Я же не знаю, что здесь лучше. Жду не дождусь. Что на этот раз? Миша, ну давай уже. Выходи. Мы же толпимся в узком проходе. Алло, Михаил, ты меня слышишь? Не заставляй меня. Миша. Там. Ты меня слышишь? Выходим, нет? Да, сейчас да. Куда выходим? С базы? Ладно, уже поздно. Ты что-то говорил, что ли, все это время? Да. А чё, я ничего не слышал? Да хрен его знает. Наверное, микрофон случайно отключил. Ну, слушай, я стрелял, смотрел, как ты там это самое, как ты улыбаешься. Ну, да. Вот, ну, глухая застройка тут в минус сработала, ну, хотя у меня хоть и все сдохло. Не знаю. Мой клинок жаждет крови. Мы должны действовать. Мне свечится, может, катапульта или что? Да я мортир сделаю. Окей, я тогда слева потихонечку покажу. Я устал от праздной болтовни. Я исцелю, чем могу помочь? Как пожелаешь. Надо архимага дождаться. Ну, тут по хитендраню пока. Мы должны действовать. Старту готов. Базе союзника нужна помощь. Твой ход. Слишком просто. Мой клинок жаждет крови. Приказывай. Жду приказа, и я готов. Доранека. Укажи мне путь. Время пришло. Обороты в ног. Жду приказа. В базе союзника нужна помощь.
Тяну как могу. Укажи мне путь. Вроде нормально получается. Приказывай. Наконец-то. Вся система в норме. Мы должны действовать. Укажи мне путь. Вся система в норме. Приказывай. А ты как? Мой клинок. Меня не слышишь опять, да? Да, не слышу. Приказ поняла. Кто-нибудь ранен? Нормально. Чем могу помочь? Хорошо. Дерево есть? На что жалуетесь? Да. Не заставляй меня. Кто-нибудь ждать. Ранен? Кто там уже болит? А я катается. Приказывай. Вся система в норме. Поехали. Твой ход. Жду приказа. Старт готов. Приказ понял. Мой клинок жаждет крови. Будь я проклят. Жду приказа. Скоро приду. Держись. Мой клинок жаждет. Приказ. Хайсик. Ждем, как не дар. И шерду. Сделано. Грани злаев. Я устал. От праздной болтовни. За мой народ. Недостаточно зло. Зло. Жду приказа. Для Ката я убил. Старту готов. Время пришло. Обороты в норме. Приказ. Укажи мне путь. Закалим дом. Укажи мне путь. Старту готов. Жду приказа. Вроде отбились. Да. Что там у тебя? Мой клинок жаждет приказ крови. Пощады не видим. К старту готов. Мы должны действовать. Вся система в норме. Твой у меня, конечно, ни хрена не осталось, но... Ну, у них тоже два барака, понимаешь? Так что... Твой да. Тут как бы... Главное, что мы пережили этот улын. Приказ поняла. У них, скорее всего, даже два нет. Мы должны действовать. Так. Ага, конечно, отличная идея. Конечно, я мог гораздо лучше отбиться. Ну а что ж такое, Алексей? Время пришло. Да не разогрел ты их что-то вообще. Приказывай. Давно не играл. Быстрее. Быстрее. Приказ обороты. Так, ну хорошо, можно попробовать. Время пришло. Что попробовать, кстати, блин. Пойти подкрепиться. Я поставлю варды, наверное, на проходе. Потому что. Давай, я сейчас. И на... А здесь надо крепиться. Мортиром сделаю просвет. Чем могу проще простого? Кто-нибудь ранен? Я устал от праздной болтовни. Да будет так. У тебя прозрение. Кто-нибудь ранен? Приказ поняла. Чем могу помочь? Зло где-то рядом. На что жалуетесь? Зло где-то рядом. Это еще не все, собственно. Я услышу от праздного ранен. И на что жалуетесь? Да будет. Достаточно мало. Не выставляй. Приказ поняла. Арчер от арчеров-то. Приказа. Да. Не зря сражаешься. Обороты уже зря. Время пришло. Приказывай. Твой ход. Надо все-таки скопить крит-массу. Мой клинок жаждет крови. Приказ поняла. Жду мы приказа. Должны действовать. Что там у тебя? Нуран-удор. Укажи мне путь. Хорошо. Вся система в норме. Время пришло. Старту готов. Я клинок жаждет крови. Обороты в ноги. Блин, как же улетается. Быстрее. Цвет есть? Глаз поставь. Приказывай. Быстрее. Вся система в норме. Красавчик. Ой, там столько арчей развалилось от цинкера. Мы должны действовать. Отличный приз демону. Там реально тинкер дает просто. И арчина подкрепили. Еще застройка идет от них. Не, ну это же, кажется, агония. Ой, он тинкера не этого. Ой, это кипра не... ГГ. Отбились от мастеров тупых. Кто тут батя? Скажи, Алексей. Вот скажи, кто батя? Все играли с одной базы, и что мы получили в результате?
Где Деликата, где Варьер? Я подозреваю, что это потому, что у них не удался пуш.